Всем привет! Продолжаю собирать грибы. Переехал на место уже другое. Пробег пару километров. Нашел вот немного грибов. Вот так вот. Здесь я вот только что поднял. На этом месте здесь сижу. Вот этого беленького и большого этого вот белого. И вот держу в руках такие старые. Я его раскидываю кругом. А это гляжу, еще один сидит вот. Беленький, маленький. Значит, немного тут похожу, пошукаю, что тут еще может быть вокруг. Это в одном месте я нашел, получается, тут уже 2, 3, 4 штуки. Этот вот старый гриб-то, уже поры видно черные, буду разбрасывать, ходить потиху. Вчера я тут был, уже было темновато, то я особо не ходил, пробег черноголовики поискать, да и все, бегом. А сегодня еще нормально, солнце просто за тучи сховалось, можно еще ходить. О! Вот это еще два гриба. Уже желтые, правда, ну, сейчас глянем. Заберем. О, еще один гриб. Ну да, вчера я тут пробег просто уже упритем как быстро. Он еще один стоит, и он еще один. О, грибов. И вон еще один, елки-палки. Нашел тут во. Думал, может, больше не будет, а их тут он табуном целым. Значит, походим по леску, пособираем. По дороге я еще ехал сюда, покуда зашел там в один лесок. Думал, ничего не было. Не будет, вернее, камеру с собой не взял. Нашел, наверное, штук 30 где-то. И вон еще гриб один стоит, гляжу, под сосонкой. Ну, повезло. Я говорю, вчера в притемках уже пробег, то особо и не бачу их тут. Получается. Вот и вон еще два гриба. Года два назад тут собирал, может, даже 3. То этот весь лесок в грибах был. Можно где старого еще одного пораскидать такого. Это груздик. Это у нас тут еще груздик. Ну, грузди не буду брать, а взял. Сегодня, наверное, штук 5 их. С их молоко белое-то выступает, то на грибы, чтобы не пропитывало. То горькие будут грибы. Ну вот это красивые два молодые. Так, глядим вокруг. Особо не видно эти вот, что тут сидят. Еще побачим сейчас. Ну, это большие совсем. Тут двойный гриб даже. Два гриба. Поберу борщевики. Ножки-то немного червивые. Шляпки гляну дома. Уже. Может, шляпки нормальные будут. Значит, походим еще. О, этого и ножка хорошая. Так. Части грибов я раскидаю. Эти вот старые. Он еще гриб один. Да, вчера заскочил сюда, так туда и он пробег, да и все. Думал, их тут нема. А тут столько грибов сидело. И вон гриб. И вот а гриб. Ух! И вон а гриб, и вон гриб, елки-палки. Вот это грибов. Сам не ожидал даже. Того и удивление у меня такое. Вчера пробег туда и так, метров 50 даже. Ну да, где-то 50 метров. Пробег, ничего не было. Там.
И видно пособиранные. То я сюда и не заходил вбок. И вон еще гриб один. А сколько их тут? Правда, уже староватенькие, желтые, ну. Вроде не червивые. А червивые где беру, так там. Надеюсь, что будет шляпка нормально. Вот и гриб, еще где-то там бачу я. Он, два даже. Короче, берем. А это не грибы, это какие-то решетовики. Гляжу вокруг. Еще туда пройдем. Ну это сначала тут обойду. Старенькие, конечно, уже, ну. Будем брать. Это борщевики. Где-то они тут два были. Ну этот уже я не буду брать. Маленький, но очень старый. Я их разбрасываю кругом. И этот старый. И червивый, ладно. Это тоже поразбрасываю сейчас. Дожди уже давно были, да. Слабовато так растут молодые грибки. Только где по низине. Вот когда я сюда ехал, зашел в лесок, там тоже молодый лесок таки, то все молодые были. Наверное, пол ведра я так насобирал, 10-литровых, а там а их в машине ставил. Вот гриб. Тоже старый. Ну такие крепкие еще. Немножко пару дырочек всего так. Забираем, он грусть растет. И вот а гриб еще один. Ух ты! И вон гриб. Даже не ожидал, как скажу. Вчера, говорю, прошел. Гляжу, ножки срезаны, я сюда и не заходил. В этот уголок. А тут все в грибах. Интересно. Такими темпами. И вон гриб растет еще один. И вот гриб. И видно, он там за ним еще под листьями. Короче, повезло нам. Оказывается, тут грибов море. Я сегодня уже проезжал на старое место, где позавчера брал. Нашел, наверное, штук 8. Не, 10 где-то. Даже 11. Потом решили мы сюда переехать, а тут грибов. Я даже и не думал. Сейчас оглядываемся кругом, не уставающий, вон еще гриб впереди. Можно не вставать даже, на четвереньках ползать. Там старые какие-то под осиной их, наверное. Ну неплохо так я сюда нарывался, как говорится. Ну, вчера тут не успел походить, уже темнело, хотелось пробежать там этих дальше поуз болота. Черноголовиков пошукать, а сюда и не заходил. Так вот пробег краем вот тут, да и побег. Тут грибов оказывается. Так, возвращаемся. Где-то я их тут бачу. Вот его. Слизняк. Рыбок целый, заберем. Стоп, это где-то я бачу, там еще ж спереди оставить. Это сморчок какие-то. Короче, спешить не будем. Поползаем кругами, тут вот видно. Бугорок под бугорком два красавца. О! Два штуки сразу. Конкретно сюда зашел. Сейчас ведро грибов на месте наберу. Я много за собой следов оставляю. Ну. Ладно, так. А где-то я говорю, тут спереди. Или тут
Не видно?